я нашел самые огромнейшие лабиринты в Майнкрафте! Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новые супергигантские лабиринты в Майнкрафте. Смотрите, у нас есть вот такие персонажи. Это Лунтик, Спанч Боб, Леди Баг, Майки и Соник. Все у нас добрые. Но сегодня у нас будет самый главный босс, которого уже посадили в тюрьму. Но в конце видео мы с ним сразимся. Нам нужно будет найти ключик, зайти в тюрьму, так сказать, на ринг к этому Ниблеру и сразиться с ним. У него намного больше жизни, чем у всех остальных монстров. Так что мы сегодня с ним подеремся. Ну что ж, погнали, друзья. Я думаю, что мы пойдем прям подряд ко всем сегодня сходим. Наверное, пошлите самого первого Соника. Давайте погнали к Сонику, ребяточки, в синенький лабиринтик. Ну что ж, заходим. Открываем. Здравствуйте. Привет, Шадоу. Здорово. Ну чё, подойди ко мне, я тебя не боюсь. А, ладно, пошутил. Так, возьму, наверное, дробовичок и пойду аккуратненько проходить испытания. Так, мне кажется, или здесь никого нет. Где все? Куда все от меня спрятались? Ты что там под землей делаешь, а? Что там от меня прячешь? А, стоп, подожди. Я еще с тобой подерусь. Вы что тут землю поломали? Что тут вообще происходит? Ладно, давайте пойдем в эту сторону. Что у нас здесь? Повар-обезьяна меня тут дожидается. Окей, с ним мы разобрались. Очень легчайший человек за окном. Здорово. Слушай, пока что все такое лайтовенькое, да? Как бы просто бить монстров, проходить испытания. Ничего страшного и сложного я здесь пока что не вижу. Синий, здоровенько, отлично. Ага. Но чтобы пройти дальше... А где Соник, ребята? Я, кажется, дошел уже почти до самого конца. Я вижу уже ключ. Это хорошо! Ай-яй-яй, стой, отстань от меня. Я вижу ключ, ребята. Но где же Соник? Вода. А, все, я понял, что мне надо делать. Нам нужно взять воду и разлить ее вот сюда. Опа, отлично. Давайте водичку возьмем с собой. Все затопили, и ключ для вот этого сундучка. Открываем. Здесь у нас какие-то блоки. Интересно, интересно. Так, попробуем пойти с этой стороны. Здесь, видите, лавой все залило. Я могу заставить блоками или тоже залить водой? Ладно, давайте заставим блоками. Так, вот сюда все проставляем. О, Соник, привет! О, здорово, зомбак! Привет, привет! А я тут ради тебя пришел в этот лабиринтик. Погнали, давай со мной, я тебя с собой заберу. Так, отлично. Соника забираем и возвращаемся домой. Отлично, Соника, наверное, поставим с какой-нибудь стороны. Давайте вот здесь поставим. Ох, какой крутой, добрый Соник! Крутяк, ребяточки, а мы идем дальше. Я предлагаю отправиться к Майке. Давайте посмотрим. А GG, интересно, там тоже будет? Так, ну что ж, заходим в зеленый лабиринтик, и здесь у нас Солон. Здорово, как жизнь, как поживаешь? Давай с тобой. Чё, все? Я тебя так легко одолел? Ладно, окей. Пойдем мутузить других монстров. Так, ты, Скоривари, отстань от меня. Давай, хватит со мной драться. Да, все, все, все. Ладно. Возьмем, наверное, пулемет, потому что надо пушку помощнее. Монстры тут реально нелегенькие. И сражаться с ними будет не так уж и просто. Это что, циклоп, что ли, стоит? У тебя нос в лабиринты не помещается. Куда ты здесь залез? Так, здорово. Отстань, желтый, получай. Так. Ух, я уже устал с ними драться, мучиться. Так, стоп, подождите. Красный лабиринт? Я что, пошел куда-то не туда? Стоп, я запутался в лабиринтах. Нет, нет, нет. Подождите. А, вот. Нам надо было идти в эту сторону, здесь Виктор. Я думал, я потеряюсь навсегда. Ух ты! Привет, Майки! О, здорово, зомбак! Привет, привет! Что у тебя вообще тут происходит? Круто! Это что такое? Да, мы тут с Джи-Джим катаемся на лодках. Только он где-то там потерялся. Можешь за ним сплавать? О, круто! Я давно хотел бы на лодках покататься. Так, ребят, садимся в лодочку и поплыли, поплыли! Так, как этим управлять? А, надо грести веслами. Так, это правое весло, весло это левое. Ага, я кручусь просто по кругу, а как вперед плыть? А во, все, разобрался с управлением, погнали! Так, а вот и Джей Джей стоит, ребята, надо его с собой, наверное, забрать. Привет, Джей Джей, погнали. Так, плывем мы по этому кругу и возвращаемся вот сюда. Все, отлично, я спрыгнул. Здорово, Майки, погнали, тоже со мной, возвращаемся обратно. Так, ребяточки, давайте их вместе куда-нибудь поставим. Вот здесь будет стоять Джей Джей,
А вот здесь Мэйки. Отлично. А мы идем дальше. У нас самый длинный лабиринт на сегодня — это Леди Баг. Погнали смотреть. Заходим в красный лабиринтик. Закрываем за собой обязательно, иначе монстры смотаются наружу. Вот этот, например, Банбан Икзи. Так, я сейчас перезаряжу пушечку и пойдем бить синих банбанов. Ничего себе, здорово синий. Так, ты как, когда синим успел стать вообще-то? Красный должен быть. Так, солнце и луна, здоровенько. Так, отлично. У меня очень быстро заканчиваются патроны, и мне кажется, мне не хватит патронов одолеть всех этих монстров. Они у меня не очень прям бесконечные. Я, конечно, могу перезаряжаться, но на всех монстров может не хватить. Здорово, трубоголовый, получай! Так, где-то здесь в лабиринтах спряталась Леди Баг. Я надеюсь, мы с ней сегодня познакомимся, увидимся. Так, отлично. Пока что вообще хорошо мы с вами проходим испытания. Бабка Гренни, на тебе! Получай, нет, стой! У меня перезарядка. Ух, проходим отсюда. Я, наверное, меч возьму и мечом пойду всех бить. Отлично, видали, как с Балди мы разобрались? Одной левой просто хоп, и нету Балди. Легко справились. Здорово, мороженчик, получай. Так, я вижу портал обратно. Куча каких-то алмазных инструментов и алмазиков. И Леди Баг, вон она, ребята. Так, нам нужно специальный алмазный меч, чтобы проломать здесь паутину. Вот, отлично, и теперь... Теперь нам нужна алмазная кирка, чтобы сломать вот этот проход. Отлично. Все, Леди Баг, выбираемся отсюда. Давай, погнали. Давай, вылезай оттуда. Все, хорошо. Леди Баг спасена. Мы можем забрать, наверное, эти алмазики. Это будет наш трофей. Отлично, ребяточки. Леди Баг, пойдешь со мной? Да, погнали. Погнали, Леди Баг. Отлично. Ой, чуть не упал вниз. Леди Баг, наверное, поставим куда-нибудь сюда вместе с Джей Майки. Соник, не скучай, сейчас приведу тебе друзей из Панч Боба и Лунтика. Погнали дальше, ребяточки. В желтый лабиринт Губки Бобу. Так, открываем дверьку и заходим сюда. А здесь пусто. Меня никто... А, нет, встречает. Я думал, никто не будет встречать меня, что я зайду, а тут реально никого. Но нет, тут монстров тоже полно. Так, здорово, вонючка Джоэл, как у тебя дела? Фу, провонял тут все. Ребят, реально, желтый лабиринт воняет. Тут... А, стоп. Леди Баг, ты что за мной ходишь? Тебе надо быть наверху. Ой, прости, я хотела с тобой пройти. Ну ладно, как знаешь, пошли со мной по лабиринтам. Если хочешь помочь, только не потеряйся здесь, хорошо? Здесь реально легко заблудиться, Леди Баг. А, помогай, что ты стоишь на месте? Так, ладно, погнали. Нам нужно вот сюда, Монти. На тебе, отлично. У нас остался желтый лабиринт пройти, и последний останется розовый. В принципе, все легко и просто. В смысле, Монти, опять? Я же тебя уже победил. Ты что, вернулся? Так, что тут, что тут вообще творится? Леди Баг, ты куда? А, вот ты. Давай-ка я тебя с собой возьму, а то потеряешься куда-нибудь. Так, я здесь заметил Спанч Боба. Привет, Спанч Боб! А, привет, зомбак! Привет, привет! Что у тебя тут? Блоки. Зачем мне твои блоки? Возьми, они понадобятся! Понадобятся? Ну, как знаешь, давай я возьму твои блоки. Так, что у нас тут дальше? Чтобы пройти у нас, ребята, и вернуться обратно, нужно открыть вот эту золотую дверь. А, вот там сундук, ребята! Нам нужно до него добраться, строим блоками вперед, погнали, пам, отлично. А здесь у нас просто лежит рычаг, который нам, я думаю, поможет открыть эту дверь. Отлично, все, возвращаемся. Оу, ребята, мы вернулись обратно. Так, Леди Баг, я думаю, куда потерялась Леди Баг, она же с нами бегала. Все, постой, пожалуйста, здесь, хорошо, никуда не убегай. А мы здесь еще и тебе Спанч Боба привели. Смотри, Соник, тебе будет не скучно одному. А, но мы, ребят, не забываем, что в самом конце видео мы победим этого Ниблера. Надеюсь, победим, мы с ним будем сражаться. А сейчас идем в последний лабиринтик к Лунтику, погнали. Бэнг, спрыгиваем вниз и заходим в розовый лабиринтик. А, я не перезарядил пушки, это очень плохо. Здорово, Пикстер! Как жизнь, как житуха? Я там еще кого-то видел. Хаги-ваги, бэйби. Давай сюда, мелкий хаги-вагик. Получай, отлично. Ой, со всех сторон монстры. Смотри, и бан-баны, и всякие хаги-ваги. Со всеми успевай сражаться. Кого только здесь нет. Отлично, с этими Тора разобрались. И уже дверь? Я так долго шел, что просто сразу встретить дверь. О, Лунтик, привет! На,
Привет, Лунтик, а у тебя там ключа к двери нету случайно? Ну, ключик есть, он наверху. Наверху? В деревьях, что ли, растет? А где я тут... О, я здесь картинки вижу. А где здесь твой ключ-то? Так, о, лестница! Сейчас, Лунтик, я поднимусь. Так, давай я заберусь за ключом, поищем его. Так, мы на самом верху, ребята. А, вот он, нашелся ключик, отлично. Спускаемся вниз и забираем Лунтика с собой. Погнали, ребята, возвращаемся обратно. Пу! Вернулись мы обратно, ребята. Во-первых, ключ этот мы сохраним. У нас теперь целых два ключа. Не знаю, какой из них подойдет. Сейчас попробуем. Все, всех добрых персонажей спасли, лабиринты пройдены. Осталось победить Ниблера. А у нас два ключа. Первый ключ проверяем. Не работает. А второй ключ открылся. Отлично. А как мне открыть эту дверь? У меня нет рычага. Ребята, я... Рычаг-то я... А, стоп, подождите. Я могу сделать кнопку, да? Или не могу? Как мне пройти? Рычаг. Помните, там был рычаг? Надо было его с собой забрать. Ладно, попробуем пройти по-другому. Так уж и быть. Не хотите, не надо. Я немножко ступил, я рычаг с собой не взял просто. Ничего страшного. Ну что, Ниблер, готов сразиться со мной? Погнали, давай! Мы на ринге с реально огромным монстром, который меня может скушать. Получай, монстряга! Давай, Ниблер, что, будешь драться? Да я вижу, хочешь? Ну давай, ты реально посильнее остальных монстров, у тебя больше хпшек. Так, ну давай! Получай с мяча! Найс! Ребяточки, мы победили Ниблера и прошли эти лабиринты! Спасли всех добрых персонажей! Ну а если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк и подпишитесь на мой канал! С вами был я, Зомбак, всем спасибо за просмотр! Всем удачи и пока-пока!